ветераны. От имени Совета общественной организации ветеранов войны и труда, боевых действий, государственной службы пенсионеров Артемовского городского округа поздравляю вас с юбилеем Победы, с праздником 9 мая, праздником самым большим и светлым для нашего народа. Этот праздник объединил в себя величие и печать, ратную доблесть, героический труд, звон орденов и более чутрат. Великую Отечественную войну одержали не только полководцы и дипломаты. Эта война была одержана советским народом. Народом, который, объединившись единое целое, помог защитить свою отчизну, свой родной дом, проявляя при этом мужество и героизм. Сердечная благодарность труженикам тыла, помогавшим ковать победу в тылу. Сутками, не сходя с рабочих мест, выполняя свои трудовые обязанности, помогая фронту всем необходимым. Благодаря труженикам тыла победа была обеспечена нашей советской армии. Сегодня я благодарю всех за этот ранний трудовой подвиг и желаю всем здоровья, успехов, благополучия, мирного.